3 октября 2023 года. Афоризм на сегодня будет такой. Чем больше партия наркотиков, тем сильнее отдел по борьбе с наркотиками мается дурью. Тем дольше отдел по борьбе с наркотиками мается дурью. Написал я 7 мая 2011 года эту хохму, стёб. Что у нас там про наркотики еще было? Чем тяжелее наркотики, тем легче дорога на погост. Ну и потом, поскольку с наркотиками у меня опыта нет, писал я в основном про алкоголь. Мужчины бывают пьющие, мало пьющие. Мало того, что пьющие, это фактически автобиография, да? Водка — это зло, каких мало, причем всегда мало.